Подробно обсудить ситуацию в Афганистане с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным планирует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Между тем, глава турецкого государства выразил готовность к сотрудничеству с талибами. Свое решение он объяснил интересами турецкого народа, а также желанием сохранить мир для афганцев и благополучие турок, живущих в Афганистане. Ранее о желании поддерживать диалог со всеми сторонами в Афганистане говорил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.